Здесь мне продали очень некачественный. Не то, что некачественный. Это капец, что. Эти сэндвичи. Дашка, здравствуйте. Я бы вам хотела показать кое-что. Я взяла как бы ребенку сэндвич сегодня, сейчас. Мне сказали, что это абсолютно свежий продукт. Нет, не надо нюхать. Вы посмотрите просто. Откройте. А, да. Нет, еще этот откройте. Да, я вижу. Сейчас позаменим. Нет, не надо ничего заменять. Убирайте это все. Ага. Убирайте вот эти сэндвичи. Так они только привезли. Это тоже только привезли. Либо проверяйте, либо убирайте. Либо все это будет в газете. В СЭС будет это все. Хорошо, я жду. А покажите мне, пожалуйста, на этот товар сертификат или что у вас? И какая фирма это делает? У меня нет ничего. А у кого вы берете вообще это? Сейчас, давайте, давайте. Покажите, женщина, что я принесла. Ну вот, откройте, пожалуйста. Я вам покажу, что. Нет, нет, нет. Ну это тоже можете открыть. Пожалуйста. Это я взяла ребенка. Ну, извините. Не, а что извините? А мой ребенок, если бы откусил, он бы отравился. Вы так каждому сейчас продадите. Вы мне сказали, что это абсолютно свежий продукт. Нет, сегодня пришел свежий товар. Давайте, скажите мне, что за фирма, свежий. Пожалуйста, и подайте мне сертификат на эту фирму. Сертификаты я вам сейчас не могу дать, но я вам ее дам. Придете, я вам дам сертификат, и вы посмотрите. Да, все, хорошо. Извините.